Вот такой вот вид у нас. Говорим, чтобы она аккуратно сидела, потому что все-таки второй этаж. Ну, а я аккуратно сижу. Правда, у меня подушка как-то странно лежит, как-то приподнята. Это что такое? Всем привет! Меня зовут Мам. Сейчас находимся в Шарм-эль-Шейхе, в Египте. В прошлом видео, где мы летели в самолете, вы захотели, чтобы я сделала рум-тур. Ну вот, давайте я вам покажу, в каком отеле я живу. Я живу в доме на Coral Bay. Такое вот красивое здание в турецком стиле. Сейчас мы начали снимать видео и запустили полив. Фонтанчики прямо только что включили. Вот такой вот двухэтажный корпус с видом на море. И с видом на парк. Смотрите, возле нашего корпуса какие огромные растут кактусы. Смотрите, они выше Маши намного. Я вообще никогда не видела такие огромные кактусы. Пальмы, посмотрите, какие огромные. И огромные пальмы, солнышко. И еще там пальмы. 30 градусов тепла, это просто супер. А теперь идемте, я вам покажу, где я живу. Мы живем на втором этаже. На втором этаже огромный коридор с окнами, без стекла. И можно прямо так дышать свежим воздухом. Вот такой вот коридор. А теперь давай приглашаем всех в комнату. Да. Вот наш номер. И теперь заходим в него. Смотрите, какой у нас замок. Он открывается вот такой вот карточкой. Вытягиваем. Ждем. И открываем. Вот такая вот у нас большая комната. Тут есть две двухспальные кровати. Вот эта кровать для папы с мамой. Она очень мягкая. И эта тоже мягкая. А это для меня. А еще самое главное, что тут есть, это выход на балкон. Огромный балкон с видом на парк и на море. Вот такой вот вид у нас из окна. Вон включили тоже везде полив. Огромные пальмы. Даже не верится, что вид из окна может быть таким. Смотрите, белые красивые корпуса. Огромные пальмы. Газон. И вот с той стороны море. Маша любит сидеть вот так на балкончике. Правда, мы ей говорим, чтобы она аккуратно сидела, потому что все-таки второй этаж. Ну, я аккуратно сижу. Такой большой у нас балкон. Панорамное остекление. Посильнее, посильнее. Вот, работники запускают полив. Смотрите, какая красота. Давай дальше покажем, что у нас еще есть да, в номере. Да, давай. А посмотрите, у нас в номере постоянно ставят свежие цветы. У нас постоянно новый букетик с миленькими цветочками. А посмотрите, как нам заправили постели в форме ракушек. Посмотрите, как заправили родителей постель. Это такая вот ракушка. А вот как заправили мою постель. Это маленькая ракушка. И положили Машину собачку на подушку, как мило. Правда, у меня подушка как-то странно лежит, как-то приподнята. Это что такое? Что это такое? Это лол, капсула лол Египет? Откуда она тут могла быть? Это что, нам подарок? Идемте на балкон, откроем. Класс, я вообще не ожидала в отеле такого сюрприза. Черный лол Египет. Ну что, открываем. О, и тут обычная капсула лол дальше. Так это просто обычный лол. Это просто у него верхний слой черный.
И тут у нас был сюрприз, вот такая вот лупа. Если мне в этом шарике лол попадется повторка, то я ее разыграю. Ну что, снимаем второй слой. Пока Маша открывает капсулу, я наслаждаюсь этим прекрасным видом из окна. Вот у нас подсказка и барашка. Мне кажется, у меня такое еще не попадалось. Стрелочка вверх плюс горы. На вершине горы. Помнишь, у нас уже была такая подсказочка? Да, на вершине горы. Давай последний слой снимаем с этой капсулы. Вот. Секретные коды, но мне кажется, ты их уже наизусть знаешь. Угу. Да? И давай подбирай, открывай какой-нибудь первый сюрпризик и будем смотреть, что там. Да. Открылась. Смотри, что там в пакетике. Какой сюрприз? У меня такой еще не было. Точно? Да. Вот такая вот бутылочка. Я даже знаю, кажется, какая там кукла. Дождь и солнышко открылось. И какой сюрприз? И следующий сюрприз у Маши попался. Вот такие вот блестящие туфельки. Бриллиант. Корона и бриллиант. Корона и бриллиант. И какой там сюрприз? Вот такое вот платьице красивенькое. Давай нам саму куколку нужно достать из капсулы. Ай, какая классная барашка. У нас барашки еще не было? Было, это штрила было. Вот, смотрите, у нас вот такая барашка. А там можно уже посмотреть, какая кукла. У нее коричневые волосы, я видела. Нет, давай, нет. Открой. Нет, сначала же какой-то еще сюрприз, аксессуар. А, точно, тут какой-то еще аксессуар. И это вот такой вот обруч. Поделись. Кстати, вот эта куколка из капсул Лол нам напоминает куколку подделочку. Да. Кто видел наши видео, мы очень много распаковывали тоже поддельных куколок Лол. Да, вот она. Маша нашла ее уже в каталоге. Леди Элли. И какая там будет куколка? А вдруг там какая-то другая? Египетская. Так, снимай с нее комбинезончик. Она в купальнике. Как раз она пойдет со мной на море. Класс. И внутри вот эта милашка с канапушками. И вот такая вот куколка мне попалась в черном Лол Египет. Вот такая вот кукла. А сейчас я вам покажу нашу ванную комнату. А, кстати, вот у нас тут есть шкафчики. У нас в коридоре очень много шкафов. С одной стороны, со второй стороны шкаф. И вот тот шкаф. Зеркало еще тут есть. А на двери ванной у нас есть зеркало. Хай! Ну что, заходим. И тут у нас, с этой стороны, у нас душевая кабинка. Та-дам! Ну такая обычная душевая кабинка. Тут обычный кран. Тут мы уже разложили разные наши вещички. Вот такой вот у нас умывальник, а огромное зеркало. А вот посмотрите, как миленько разложили полотенце для ног. В форме бани. Тут у нас унитаз и виде. Но я думаю, это никому не интересно. И еще у нас тут окно в ванной. Все. Вот такая вот у нас комната, очень чистая и красивая. Сейчас мы пойдем и покажем ресторан, где нас кормят. У нас дорога будет проходить мимо моря. Вон впереди какое море красивое. Вот этой дорогой мы идем в наш ресторан. Сейчас вам покажем, что нам предлагают на завтрак. Вон все люди уже идут с завтрака, а мы только проснулись. Потому что мы вчера только прилетели и решили поспать. Вот такие вот соседние корпуса нашего отеля. Маш, как ты считаешь, может быть, мы будем вставать в 4 утра, чтобы все успеть? Потому что полдня проспали. Смотри, какая красота. Цветы просто необыкновенные везде. Пальмы. А вот наш пляж. Смотрите, какой он большой. Зонтики. Понтон, с которого можно плавать и нырять. И все зеленое, красивое. Чего стоим? Идем, а то сейчас уже нечего будет завтракать. Смотрите, как
Смотри, какая огроменная пальма выше корпуса. Ага. Корпуса все такие беленькие, красивенькие. Цветочки везде. Цветочки везде. Ну что, мы сейчас зайдем в наш ресторан и дальше вам покажем. Вот наш ресторан. Сейчас мы будем завтракать. Вон омлетики уже вижу написано. Вот тут предлагают горячее. Вот такой большой стол или мини-кухня, так сказать. Тут при тебе готовят. И сразу же предлагают тебе что-нибудь тепленькое. Тут стоят такие емкости на подогреве. И предлагают из бобов курица вареные. Ой, это какие-то фаршированные томатики. Тостики. Вот еще на выбор есть рис с молоком. Маш, ты уже придумала, что ты будешь завтракать? Вот смотри, сырнички. Все. Давай, бери, смотри. Сырнички с разными кремами. Сделаем как мастер-шеф. У тебя никакой мастер-шеф. Не получилось у меня как мастер-шеф сделать красиво? Нет? Вот. И добавим чуть-чуть сахарной пудры. Вот, смотрите, какая презентация получилась. Идем дальше, посмотрим, что тут есть. Да. Тут что-то у нас молочное. А, это молоко. Это просто молоко. А вот стоечка, где нам... Вот тут разные такие вкусненькие булочки. Сейчас мы что-нибудь выберем из этого. Вот мы с Машей выбираем с вишенками. У нас аж глазки разбегаются от этой вкуснятины. Тут еще горячие круассанчики. Тут стоят на пару штучек. Это стоечка с тостиками. Можно вам самим себе делать тостики. Хлебушек. Йогурты. Правда, их уже нету. Мы опоздали. Что-то. Хлопья. Будешь хлопья с молоком? Смотри, какие красивые хлопья. О, а вот это джемы. Бери. Это абрикосовые? Это какой? Это что? А, это инжирный? Инжир. А это мед. Бери как раз к твоим сердечкам. Колбаска на выбор. И сегодня фрукты на выбор. Обслуживание, можно себе чаек делать, капучинка, такое ням-ням вкусненькое, кофе, или можно вот за той стоечкой себе налить сока. Такой вот большой, красивый у нас ресторан. Все сидят, кушают. Всем приятного аппетита. А мы сейчас кушаем и пойдем на море.